что мы с вами отправляемся сегодня в важный день Уилсона. Ладно, у нас сегодня выходной. На мне новые очечки. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вам. Я их очень давно хотела, мне моя подружка привезла их из Рима. Вот, а тут Уилсон дрожит, как обычно. У нас, не знаю, всегда мы садимся в машину, я его всегда достаю из переноски и держу на руках, не отпускаю. Хотя многие мне в комментариях писали, что ни в коем случае нельзя кота доставать из переноски. Он может вылететь, вы можете не заметить, как он выбежит. Он у меня сидит на ручках, он по машине у нас не бегает. Ну вот, мы, в общем, сейчас едем на груминг. Салон, в котором Уилсон уже был, ему там очень понравилось, он был невероятным красавцем после. Жойка. Ну, в общем, такое вот у нас до. После тоже скоро покажу. Иди сюда. Да ты мой хороший, сладкий мальчик. Друзья, мы уже вернулись с груминга. В общем, не поснимала вам в машине, потому что рассматривали Уилсона после этой процедуры. И поделюсь с вами немножко нашими наблюдениями, потому что мы после Нового года решили его, так скажем, иногда баловать, радовать и начали давать ему паштеты кошачьи. Он их ел, наверное, раз в неделю с огромным удовольствием, хотя, честно, мы пытались давать ему также какие-то другие кошачьи, так скажем, лакомства, и он ни на что никогда не реагировал. Но вот именно паштеты ему безумно зашли. Он просто рядом бегает, играет, поэтому я тут с палочкой. И, в общем, в этот раз мы привезли его на груминг, и мастер сказала, что у него появились залысинки, и, скорее всего, это связано с питанием, так как у нее большой опыт работы с животными, и она сказала, что в основном всегда такие проблемы бывают именно из-за питания. Поэтому посоветовала нам сменить наш привычный корм, но она-то не знала, что мы решили попробовать давать ему паштеты. И я, проанализировав последние 2 месяца питания Уилсона, поняла, что, видимо, различные такие вот вкусняшки — это все-таки не очень хорошо, и, как нам и говорила наша заводчица, ничего подобного не давать, пусть он вот на том корме, который ему подходит, так и сидит. Поэтому с паштетами Уилсона мы закончили. I'm so sorry. Видимо, возвращаемся к привычному питанию. И решили, что пока что, конечно, не будем больше его возить там раз в 2 месяца на груминг, потому что нам надо отрастить, так скажем, наши какие-то проплешинки. Их не так много, они не прям до лысины какой-то, но они все равно присутствуют. И, конечно, нашей породе это не свойственно. Я немножко распереживалась. Если у вас было подобное, напишите, пожалуйста. По анализам у нас все хорошо. Уилсон здоровый, бодрый, сильный, любит играть и очень активный при этом. Ну как очень? Для своего, так скажем, характера, потому что он активный, но какими-то дикими, там, не знаю, играми в течение дня он не занимается. Вот. Ну что, друзья, наконец-то зимние холода покидают нас. А это значит, что настало время убирать теплые пуховики на верхнюю полку и обновлять свой гардероб к весне. Мне в новом сезоне хотелось добавить ярких красок своим образом, и поэтому я заказала для себя много ярких и стильных позиций. Все, что мне нужно, я, конечно же, нашла на Мегамаркете. Ведь онлайн-шоппинг там – это всегда быстро, выгодно и удобно. Хочу вам показать пару позиций из моей корзины. Например, это длинное пальто в розовом оттенке, которое лично я планирую носить на протяжении всей весны. Его я жду больше всего. На мой взгляд, оно очень универсальное, и заказала я его еще и с очень большой выгодой. Ведь до 29 февраля на Мегамаркете действует повышенный кэшбэк до 70% бонусами. И с этой покупки мне вернется 8711 бонусов, которые я смогу потратить на свой шопинг в дальнейшем. Также классические джинсы, которые будут классно смотреться с любым верхом и по любому случаю, тоже оказались в моей корзине. Нежные стильные кроссовки на каждый день. И вишенка на торте – вот такие серьги-малышки. На любой случай и под любой стиль, от спортивного до классики. Мне лично очень нравится онлайн-шоппинг на Мегамаркет, ведь там собраны просто миллионы товаров из разных категорий. А еще зарубежные бренды, бесплатная доставка и примерка перед покупкой. А по промокоду в тренде вы получите скидку 1000 рублей при первом заказе от 4000 рублей. Мне такие покупки доставляют одно удовольствие, чего и вам желаю. Поэтому совершайте покупки на Мегамаркете и радуйте себя и своих близких. Хотела вам показать свою новинку, которую я получила от своей подруги, привезла она мне ее из Рима. Это такие очки от бренда Fendi.
Мне кажется, что... Давайте я вот сейчас поверну камеру немножко сюда. Мне кажется, что в преддверии весны многим из нас хочется каких-то новых, таких, знаете, солнечных аксессуаров. Не знаю, я обожаю именно весной покупать новые очки. Я думаю, что вы, возможно, видели эту модель на многих фэшн-инфлюенсерах, потому что она сейчас очень-очень популярна. Ну и популярна она, наверное, уже, мне кажется, последний год. В общем, у меня с этими очками очень забавная история, потому что я их хотела, искала, и когда была в Европе весной, ой, точнее, и весной, кстати, и осенью, их нигде не было в бутиках. Я помню, что когда мы летели из Престура из Италии через Стамбул, в аэропорту Стамбула я зашла в Фенди, и там были эти очки, и они стоили еще дешевле, чем в официальном бутике, ну, так как зона дьюти-фри. Я их примерила и подумала, да, наверное, нет, не буду их брать. Ну, и, конечно же, пожалела. Вот. В итоге все равно о них думала. И тут у меня была подруга в Риме, она мне написала, что она купила себе эти очки. Я говорю, как здорово, они очень классные, они тебе безумно идут, и мне они тоже очень нравятся. Она говорит, если хочешь, тебе могу привезти. Конечно же, я не смогла отказаться от такого приятного предложения. Вот, поэтому спасибо моей дорогой Татьяне за эти красивые очки. Вот, буду их выгуливать. Ну, а у нас с вами сегодня выходной день. Воскресенье, я только что выложила новый влог. Думала сегодня просто ничем не заниматься, но, конечно же, знаете, когда за окном солнце, ты предвкушаешь весну, все равно какой-то есть подъем внутренний, поэтому я поснимала видео, помонтировала, в общем, позанималась такой рабочей рутиной. И сейчас заказала еду. Как-то вся еда закончилась, а я последнюю неделю пыталась придерживаться такого домашнего питания, готовила с собой завтраки, и обеды, и ужины. Вот. Но сегодня посмотрела в холодильник, поняла, что идти на улицу за продуктами не хочу, на улице почти минус 20. В общем, заказала еду. Скоро приедет мама, и, в общем, я вам покажу, как мы будем проводить этот вечер. Ну вот, видите, у нас тут есть чуть-чуть проплешинка маленькая. Ну ничего, Холсон, все отрастим. Покажу вам поближе, как выглядит чехольчик от очков. Очень прикольно, что он такой мягкий и не занимает много места в сумке. Я тут на днях сходила на уход в свой любимый Токио Инкарами. Делаю его, не знаю, уже, наверное, раз 7. Мне он, мне кажется, помог отчасти отрастить и длину, и он абсолютно мне не утяжеляет волос, при этом восстанавливает. А я, как вы знаете, как раз не так давно вернулась с отпуска. В общем, соль, песок, солнце, это, конечно же, все подсушило. Сделала я уход, мне мастер предложил сделать прозрачную тонировку. Я согласилась, попробовала, мне понравилось, что цвет волос не поменялся. Для меня это было очень важно. Я своим цветом, честно вам скажу, дорожу и по максимуму буду стараться его сохранять. Не хочу пока что его менять. Только если, знаете, может быть, чуть какие-то светлые пряди. Но мне нравится, что когда я выезжаю на солнце, у меня достаточно быстро выгорают как раз-таки вот эти вот пряди и надолго со мной остаются. Сегодня, кстати... Нет, вчера, по-моему, было новолуние, и сейчас все выкладывают, что самое время начать стричь волосы, кто ждал, когда как раз-таки сходить к парикмахеру. И я вот подумала, что, наверное, мне все-таки стоит записаться, немножечко убрать длину, несмотря на то, что мне, правда, очень нравится, как у меня сейчас отросли волосы, я понимаю, что вот кончики примерно, наверное, сантиметра 2-3 надо убрать, потому что они уж очень сухие, очень тонкие, ломкие, и визуально не всегда это красиво выглядит. Я за то, чтобы волосы были здоровые, как раз таки в этом их красота, как мне кажется, а длина это уже второстепенно, отрастим еще, как говорится. Вот, поэтому сегодня написала своему мастеру и надеюсь, что на неделю расхожу на стрижку. Друзья, сегодня вещаю из своей спальни, все потому что я решила поговорить с вами на очень актуальную тему в преддверии праздников. Это, конечно же, выбор подарка на 8 марта. Мне кажется, многие сейчас задаются вопросом, чем же можно порадовать и побаловать своих близких. Я хочу поделиться с вами сегодня своим опытом использования шелковых изделий от бренда Iris Silk. Начать хочу с того, что, во-первых, мы, девушки, очень любим окружать себя красивыми изделиями. А в бренде Iris Silk все имеет именно про эстетическую красоту. Первое, о чем я хотела бы вам рассказать, это вот об этой шелковой наволочке. Скажу честно, после того, как я попробовала спать именно на шелке, мне кажется, моя жизнь разделилась на до и после. Это невероятно приятно, это невероятно мягко, ну и, конечно же, посмотрите просто, как это красиво. Что для меня стало, знаете, такой показательной разницей, это то, что после того, как я начала спать на шелковой наволочке, с утра
Визуально мои волосы стали выглядеть реально более свежими, более здоровыми, менее ломкими. Я не замечала этого, но у меня всегда была проблема того, что с утра, когда я просыпалась, подходила к зеркалу, смотрела на свои волосы, у меня вот здесь, да, такая шапка была. Волосы всегда пушились, они спутывались, соответственно, они были более ломкими. Все потому, что хлопок, он более жесткий, и, конечно же, во время сна, когда наши волосы трутся под такую поверхность, они становятся более сухими. А шелк, он невероятно скользит, и, соответственно, наши волосы при трении абсолютно не повреждаются и визуально как раз-таки выглядят более блестящими. То же самое хочется отметить и про кожу. А еще очень хочется отметить то, что шелковые наволочки, в отличие от хлопковых, не впитывают в себя уход, который вы наносите перед сном, и, соответственно, весь уход достается именно вашей коже, а не подушке, что очень важно. Еще я знаю, что хлопковые наволочки очень быстро впитывают в себя различные пылинки, бактерии могут являться переносчиком подкожного клеща, в отличие как раз-таки от шелковых. Поэтому, если у вас есть проблема с воспалениями, с акне, то в первую очередь я рекомендую вам обязательно сменить именно наволочку, потому что наша кожа находится в прямом контакте на протяжении 6-8 часов сна именно с наволочкой. Поэтому это, конечно же, будет играть большую роль в борьбе с чистой, здоровой и сияющей кожей. Я сплю на этой наволочке около 3 месяцев и хочу отметить невероятное качество шелка именно от Iris Silk. Мне есть чем сравнить. Достаточно плотный, он не теряет свою форму. Я уже неоднократно стирала эту наволочку. И что важно для меня, абсолютно не изменился оттенок. Он все такой же, красиво какой-то небесно-голубой. Помимо наволочки, мне кажется, что еще одним вариантом подарка к 8 марта может стать маска для сна. Я знаю, что многие просто не представляют свой сон без этого аксессуара. Во-первых, в маске для сна мы с вами обеспечиваем себе полную темноту, а это очень влияет на качество нашего сна. Также, в отличие от многих масок, а мне также есть чем сравнить, я маски для сна обожаю, потому что я всегда беру их с собой обязательно в перелеты. И без маски для сна, по крайней мере, в перелете, вот я точно заснуть не смогу. Многие из них, после того, как вы их снимаете, оставляют, знаете, заломы в зоне глаз, а также очень могут давить на задней поверхности головы. У маски Iris Silk, во-первых, сзади есть вот такая бархатная, очень приятная лента с регулировкой, поэтому абсолютно каждый сможет настроить нужную, так скажем, длину этой ленты под себя. А также отдельно стоит отметить, что здесь у нас 3 слоя шелка. С внешней стороны, посмотрите, с внутренней стороны тоже шелк, поэтому, конечно же, когда вы одеваете такую маску, уже приятное ощущение просто с первых прикосновений. И говоря про качество волос, я не могу не отметить, конечно же, шелковые резинки, потому что, я думаю, многие из вас слышали, то, что такие резинки, во-первых, не оставляют заломов, что для меня очень важно. Соответственно, волосы, опять-таки, меньше ломаются. Такие резинки меньше выдирают волосы, что тоже, мне кажется, очень-очень важно. Опыт использования шелковых резинок у меня огромный. Я, в принципе, давно уже их использую для себя. Но, честно, не все шелковые резинки такие качественные. Потому что многие спустя месяц, например, ежедневного использования растягиваются, шелк начинает рваться, из швов начинают лезть какие-то нитки. У бренда Iris Silk, повторюсь, потрясающее качество изделий. Швы все очень хорошо прошиты, при этом они абсолютно незаметны. То есть они все такие внутренние, соответственно, никаких ниток. Ну и шелк, из-за того, что он плотный, он не растягивается. Поэтому визуально эти резинки выглядят всегда как новые. Ну и, конечно же, посмотрите, в какой красивой сегодня пижаме. Это также бренд Iris Silk. У бренда Iris Silk огромный выбор вариантов подарков для себя, для своих близких. Обязательно переходите на сайт. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну и, конечно же, я не могу не оставить вас без скидок. Для вас, мои дорогие зрители, действует промокод Богданович, который обеспечивает скидку в 15% на все изделия от бренда Iris Silk. Всю подробную информацию по действию промокода, а также ссылку на сайт вы сможете найти в описании под этим видео. А я, в свою очередь, желаю вам красивых подарков для себя и своих близких вместе с брендом Iris Silk. Очень хочется надеть сейчас эту масочку и лечь спать. Очень люблю бургер листых салат с куриной грудкой. Батат и вот такой салат с фалафелем. После еды плед, диван, телевизор. А здесь у нас, давайте я вам покажу, достать ножи. В общем, пьем чай, смотрим фильм. Я его не смотрела, кажется, есть уже вторая часть. В общем, может быть, посмотрю сегодня две. Кстати, я вам хотела показать. Это кружка от моей подписчицы, которая прислала мне из Австралии. Представляете? Она передала, в общем, посылочку, и там был вот такой красивый презент. Я теперь всегда пью чай из этой кружки, потому что она большая по объему. Я люблю пить
много чая. Вот поэтому спасибо огромное, если смотрите сейчас. Большой-большой вам привет. Всем, друзья, доброе утро. Время 6:35. Я бегу на плац. Поехали. У нас очень холодно, опять минус 30 практически. Ну ладно. Не минус 30, я, конечно, утрирую, но минус 18 утром. Очень хотелось бы уже ощутить весну, одевать легкую одежду, кеды, но нет. Ладно, надеюсь, что это все скоро к нам придет. Машина. Ну, поехали. Двое из ларца одинаковые. Смотрите. Вот что значит подружки. Вот смотрите, он сейчас будет так. Растяжка. Я была ее покажу. Короче. Все. Пилатес. Жди нас. Он же дождался. Наконец-то, когда выходим с пилатеса, можно смотреть уже красивые рассветы, потому что зимой, конечно же, в 8 утра еще очень-очень темно. Сейчас уже вот в середине февраля начинаешь ощущать приближение хотя бы в этом весны. Что хочу сказать про пилатес. Я пилатесом занимаюсь, мне кажется, с октября месяца прошлого года. Стабильно стараюсь заниматься 2 раза в неделю. Не всегда, конечно, это получается, но раз в неделю, как правило, тренировка у меня есть. Вот сейчас у меня был большой перерыв из-за того, что в январе я была в отпуске. Сначала на Мальдивах, до этого, точнее, были январские праздники. Я была за город, потом были Мальдивы, потом уехали в Сочи. И в итоге у меня был перерыв длиной в месяц. И на прошлом занятии, если честно, мне было очень-очень сложно. Но при этом Оксана, наш тренер, очень похвалила меня, сказала, что прям глубоко проработала себя. И иногда мы ходим вместе с Таней на сплит-тренировку. Иногда, ну точнее как, раз в неделю мы ходим с Таней на сплит, если это получается, и раз в неделю индивидуальная тренировка. Конечно, знаете, индивидуальная тренировка отличается тем, что непосредственно специалист работает на 100% с тобой, контролирует, я не знаю, каждое твое движение. И я понимаю, что вот нам очень повезло с нашей Оксаной. Она просто какая-то потрясающая женщина, мастер своего дела просто на 146%, контролирует, ведет тебя, вот нажимает на те нужные моменты, которые необходимо доработать, и включает, помогает тебе включить голову, чтобы ты понимал, что нужно делать. Потому что пилатес, это, знаете, в чем мне нравится, что это отключение от любых каких-либо мыслей вообще на 100%, потому что ты постоянно сосредотачиваешься на том, куда тебе нужно дышать, какую мышцу тебе нужно расслабить, куда надавить. В общем, это очень интересно. И, конечно же, я хочу сказать, что... Ой, ну посмотрите, давайте посмотрим на эту красоту. Так. Вот. Ну... Скоро будет еще красивее, когда это все растает. Ну ладно. В общем, пилатес, ты знаете, мне тут просто девушка написала в директ о том, что, ой, оказывается, на одной тренировке пилатеса там всего 150, может быть, 200 калорий сжигается. Я, честно, я не знаю, сколько калорий сжигается, потому что я прекрасно понимаю, что это не на жиросжигание тренировки, это тренировки на проработку рельефа, на растягивание, на, не знаю... красоту и здоровье вашего тела в первую очередь. Вот. Для жиросжигания есть там круговые, функциональные тренировки в зале, пробежки, а это вообще абсолютно другое. И вот мне 30 лет, я в 30 лет пришла к этому, и вот чем раньше к этому вы придете, тем лучше, потому что на женское здоровье, на женскую красоту, мне кажется, пилатес оказывает очень большое влияние. В общем, для меня это одни из самых эффективных тренировок. Я вам очень рекомендую их попробовать. Благо, что сейчас, вот знаете, я год назад вспоминаю, 2 года назад, у нас в Екатеринбурге, может быть, была одна студия, ну, может быть, две, где вот были вот эти реформеры. Как-то это было не так популярно. Сейчас, конечно же, ты смотришь на голливудских актеров, звезд, моделей, все говорят, я занимаюсь пилатесом. В общем, это становится действительно модно. Но самое главное, что это действительно не несет вреда здоровью твоему телу, а наоборот, очень тебя оздоравливает.
Вот. В общем, чашечка кофе после пилатеса — это прямо отдельный вид наслаждения. Ну что, я уже на работе. Сегодня у меня такой офисный лук, голубая рубашка. Уже написала в Телеграме, что сидела вчера вечером на Пинтересте, увидела образы у фэшн-инфлюенсеров голубой рубашкой. Я поняла, что очень по ней соскучилась. И хотела вам показать свой обед. У меня сегодня батат. Обожаю. Сэндвич с тунцом и маринованным луком. И вот такой овощной салат с фалафелем. А это что-то с куркумой для повышения иммунитета, потому что за окном серость, снег. Солнце пока, к сожалению, нас не радует. Тепла тоже у нас нет. Поэтому здоровое питание, витамины, здоровый образ жизни — это то, что нам помогает быть в тонусе. Дорогие мои девочки, не забываем об этом. Готовимся к видео. Сегодня был такой понедельник, знаете, входили в режим. После двух выходных работать в понедельник как-то плотненько, всегда тяжеловато. Поэтому в 6 часов вечера я уже вернулась домой, заехала в магазин. Сейчас хочу показать вам свою продуктовую корзину. Мне кажется, что раньше я делилась этим чаще, сейчас как-то редко. Ну ладно, в общем, начну с приправ, которые я вам уже неоднократно показывала. Если вы смотрите мои влоги, то вы, скорее всего, их видели. Уилсон, скажи привет. Только не роняй, пожалуйста, камеру. Мне очень нравятся эти вот томаты и чеснок, и томаты и оливки. Я добавляю их практически везде. И, например, с утра как делаю яичницу, и в любые блюда, которые запекаю, готовлю в мультиварке, неважно. Всегда любое блюдо эти специи украшают. Далее. Свежие помидоры. Микрозелень. Купила индейку. Завтра буду ее делать в мультиварке. Возьму с собой на обед. Готовлю я, как правило, всегда в режиме тушения. 20 минут тушу и потом добавляю еще немного кокосовое молоко. Специи типа карри, для того, чтобы, знаете, индейка была такая более нежная и интересная. В общем, что-то супер простое, без специй я не люблю. Дальше. На яйца, ем их каждое утро, ем по одному яйцу в день. Так, сейчас на ужин, скорее всего, посмотрим пока что, но планирую, что я сегодня сделаю ужин, и это будет вот такой вот стейк кижуча. В качестве рыбы, кстати, люблю больше вот именно кижуч, нежели лосось. Мне кажется, что кижуч, он такой более насыщенный, питательный, вкус у него какой-то поинтересней. Так, здесь у меня свежие ягоды, малина и голубика. И ничего не могу с собой поделать. Это я очень люблю. Вот такие вот шоколадки от Snack Fabric. Если вы их не пробовали, я их обожаю. Как вы видите, я покупаю их много. Беру на работу, дома оставляю, гостей угощаю. В общем, это реально киндеры, только без сахара. Вот. И еще одна такая специя, кстати, как раз говорила вам про карри, про курицу в кокосовом молоке, про индейку. Вот эта специя, кокосовое молоко, индейка, и просто невероятно вкусно. А потом вот в этом вот бульончике, так скажем, я еще люблю тушить спагетти либо макароны, когда они уже готовы, буквально вот для того, чтобы они впитали в себя этот вкус. Короче, как-то так. Чувствуется, немножечко уже подступает голод, поэтому, видимо, сейчас пойду готовить ужин. Мой прекрасный ужин готов, друзья. 10 минут в духовочке рыбка, свежие овощи. Зеленый чай сейчас заварю. Точнее, не зеленый, а, скорее всего, какой-нибудь просто травяной, чтобы легче спалось и засыпалось. Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Ну что, как вы видите, я уже сделала весь свой morning routine, ну практически, именно из категории beauty. Сейчас начинаю готовить завтрак. У нас потрясающий рассвет. Наконец-таки голубое небо, немножко солнышко, но это связано лишь с тем, что у нас на Урале морозы до минус 30. Я сегодня утром проснулась в 6 и увидела минус 29. Вот, но я правда надеюсь, что это уже последние такие морозные недели, потому что через пару недель начинается весна, мне очень хочется уже ощутить вот этот, вот, знаете, просто хотя бы аромат в воздухе. Я не говорю про теплый ветер, до него еще далеко. Вот, но сделала свою любимую маску Darling Fuel, Skin Fuel и патчи Dalba. Вот, сейчас готовим завтрак, смотрим параллельный ютубчик. А после я буду делать практику. Хотела, кстати, поделиться с вами впечатлениями про кундалини.
потому что в предыдущем влоге я говорила, что я начну. И, в общем, у меня 10-дневный марафон кундалини-йоги. Каждый день практика, она длится примерно 30-40 минут. В общем, кундалини для меня — это в какой-то, знаете, степени и про невероятную зарядку и энергию, а в какой-то степени про тишину и уединение с самим собой. Потому что я начинаю ощущать, что я в этом месяце, по крайней мере, вот сейчас, пока у меня есть практики, я стала много времени уделять просто себе. Каким-то даже моментом, где я ничего не делаю, я перестала себя за это корить. И это круто! Вот. Но главное не поддаться этому состоянию надолго, потому что продуктивной тоже я, как вы знаете, очень быть люблю. Ну и в какой-то степени продуктивность, она увеличилась, и она увеличилась, знаете, не вот так вот, как бы, когда в воздухе есть какой-то хаос, и вроде энергии много, а ты не знаешь, куда эту энергию направить, а она вот именно в дело пошла. Я надеюсь, вы меня поняли. Ладно, у меня уже сковорода разогрелась, пойду делать яичнику. Так, мой стандартный завтрак, он не изменяется, ну, можно сказать, уже на протяжении нескольких лет. А связано это лишь с тем, что я просто люблю то, что я ем, люблю постоянство в какой-то степени. Не всегда есть время на какие-то кулинарные изыски, но, конечно, когда я в заведениях, я стараюсь взять что-нибудь необычное. Вот, например, скоро начнется масленица. Я ее очень жду, потому что я обожаю блины, но сама их никогда в жизни не готовила. И да, мне не стыдно. Так, я тут быстро переоделась, потому что я сегодня с утра наносила автозагар, а когда я наношу автозагар, я даю ему минут 15-20 времени впитаться и надеваю какой-нибудь, знаете, такой свободный, не белый халат. Вот, и так я стараюсь поддерживать загорелый оттенок кожи, потому что мне, конечно же, очень нравится, как визуально это все освежает. Вот, мы порезали с вами хлеб для бутерброда. Понятно? Вообще очень необычно, что весь месяц, я, по-моему, это уже говорила, я никуда не улетаю. Но я думаю, что с марта начнется, знаете, такая движуха. Будем часто ездить, будут классные, интересные поездки. Вот, много работы, командировок. Сейчас работы тоже очень много, просто она вся в таком более комфортном и спокойном режиме. Я в таком состоянии люблю планировать год, ставить какие-то себе цели, дедлайны, и вот как раз-таки последние несколько недель я этим и занимаюсь. Планирую, что бы мне хотелось, как бы мне хотелось, пытаясь себя услышать, потому что иногда, знаете, бывает, что вроде желаний очень много, но когда доходит до момента, чтобы представить все это, визуализировать, начинаешь теряться из-за того, что просто вот какой-то хаос в голове. А этого хаоса нет, и поэтому все спланировано будет идеально. До этого был завтрак, а сейчас я уже вовсю в рабочем процессе. Я сегодня осталась дома, я, по-моему, вам это говорила. Я вам очень часто показываю свою утреннюю рутину, и на постоянной основе она есть у меня в других социальных сетях, но рабочие будни я показываю достаточно редко. Если мы едем с вами на мероприятие, то вы знаете, как это выглядит. Сегодня, к примеру, у меня будет стрим, поэтому я здесь не одна. Во-первых, hello. А во-вторых, мы тут получили вот коробочку от золотого яблока. Сейчас раскладываем. У нас сегодня будет много интересных продуктов. Например, вы знали, что есть расческа с ароматом клубники? Мы не знали. Она реально пахнет клубникой. Но вот вопрос. Для чего это? Для того, чтобы ты проходился по волосам, а они тоже пахли клубникой? Возможно. В общем, если вы пробовали, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, готовимся. Я прохожусь, так скажем, по сценарию. И сейчас будем выставлять кадр, свет и садиться. Ну а пока мы решили немножко с вами поболтать, потому что вы любите такие жизненные вставочки. Поэтому мы сейчас нальем чаёк и поболтаем с вами. Мы в кадре. Какой чай будем? Чёрный. А вот Никита вот заварил нам вот этот дикий терпкий, про который ты спрашивала. Вот, кстати, очень вкусный чай. Я просто по две кружки вечером выпиваю, потому что он невероятно классный. Вот так называется, дикий терпкий. Здесь, значит, у нас черный чай, чабрец, мята и фенхель.
какое-то невероятное сочетание. Он такой как бы и травянистый, да? Угу. Травяной, точнее. Травянистый. Ну, ты поняла. И в то же время бодрящий. Он закончился, вот он заварил и поставил обратно. А если что, Никита, это мой брат. Мне кажется, это в Гиперболе я покупала его. Исходит запах нереально. Да, он очень классный. Я еще люблю вот такой чай. Никте. У них есть разные вкусы. И с Мальдив, я, по-моему, вам показывала, я привезла из Duty Free вот такой чай. Он есть, мне кажется, много в каких странах. И здесь у меня просто обычный Earl Grey, черный English Breakfast и ромашка. Я очень люблю ромашковый чай. Многие удивляются и спрашивают. Но, не знаю, мне кажется, ромашка — это классный такой, знаете, чай, когда хочется просто посидеть, попить, успокоиться. И как бы при этом что-то без кофеина. Так какой будем-то? Черный. Черный? Черный. А ты какой? Да мне без разницы. Ну, я ромашку пока не хочу, потому что еще надо поработать. Есть Красная Поляна. Да. Давай Красную Поляну, но он зеленый. Осталось только две чистые кружки. Вот что значит работа из дома. Я, кстати, всегда волнуюсь перед стримом. Несмотря на то, что... Какой по счету будет стрим? Вам за кадром не слышно? Ну, не первый раз. Я всегда переживаю немножко, когда захожу, а потом, когда начинаю, отпускает. Это к тому, что если у вас есть какие-то волнительные моменты, знаете, как только вы начнете, волнение отступит. Главное хорошенечко подготовиться. Так, завариваем чай. Кстати, смотри, как у меня джинсы. Так, на фоне мусорного пакета. Так, это Present Simple? Это Present Simple. Они, конечно, может кто-то подумает, что они слишком оверсайз, но на мне размер S. У них, в принципе, такая достаточно свободная посадка. И лично мне они кажутся очень модными, очень комфортными. Я такое люблю. Поэтому я, например, сегодня надела вот такой вот топ. Он по фигуре. Как бы сверху мы подчеркиваем фигуру, а снизу у нас оверсайз. Если совсем хочется максимально расслабленного состояния, то можно еще и футболку, либо худи надеть. Вот. Но я люблю, как бы, знаете, сочетать. Джинсы классные. Мне, кстати, в Present Simple очень джинсы понравились. У них прям такая джинса качественная. Вот, ладно. Пойдем. Hello! Так, ну что? Арина берет сегодня микрофон в руки. Ну, я думаю, посередине будет достаточно хорошо слышно. Yes. Ну что? Мы такие просто, знаете, как это было? Я такая, блин, я сегодня с утра снимала влог, а продолжения нету. Мы целый день сидели в телефонах, то монтировали, то отвечали, то что-то планировали. Арина говорит, давай мы просто сядем, поболтаем и запишем это на камеру. Я говорю, ну так это должно быть как-то нативно. Ну вот попробуйте сейчас это нативно записать. Елена, с чего вы начинали? Да. Сколько ты зарабатываешь? Да. Какой продукт вы скоро выпустите? Так, ну это вопрос, который, кстати, меня всегда вводит в ступор. Что-то у меня твоя рука большая, мне кажется, я какая-то толстая здесь в кадре. Хорошо, что я вообще не влезаю. Так и кажется. Ну так сяду. Видно, да? Блин, можно? Тебя видно. Слушай, ну знаешь, какой у меня был, кстати, вопрос? Ну это был реально мой личный вопрос. Давай. Потому что я когда... Возьми микрофон на всякий случай, вдруг тебя плохо слышно. Когда я за тобой наблюдала... еще давным-давно, я думаю, блин, ну вот откуда у тебя вот эта мотивация бесконечная? Ну это же нужно начать. Ну ладно, ты начинаешь, но в какой-то момент у тебя настает момент, что... В какой-то момент настает момент, что ты уже такая, нет, я не хочу все. И нет сил вставать, делать. Нужно же идти к результату. Надо дождаться первого результата. Ну вот тебя это мотивировало? Прям? Меня мотивировал первый результат. Когда я увидела первый результат... Я поняла, что назад я не хочу. А потом я где-то то ли прочитала, то ли услышала, я уже не помню. Но вот знаешь, когда ты начинаешь на этот путь, так скажем, вставать, mm-hmm. тебе как будто вот попадаются люди, какие-то фильмы, какие-то книги, кто-то что-то в сторис вложил, или просто у тебя внимание начинает заостряться вот на этих моментах. Mm-hmm. И я тогда услышала про то, что... Ну, не то чтобы услышала, я просто поняла, что действительно жизнь всего одна. И вот если ты ее как бы все время будешь пытаться, но не доведешь до того результата, до которого хотел бы, а будешь как бы
жить в том вот состоянии, во-первых, и моральном, и, соответственно, в каком-то внешнем виде. Ну, типа, ну да, ну ок, ну ладно. Я подумала, блин, я так не хочу. Ну, я хочу, как вот я хочу. Ну, а я еще телец. Картинка была? Нет, картинки не было. Не было такого, что вот картинка. Угу. Я там себе не сохраняла никакие картинки, а просто... Нет, я запуталась. Картинка в голове, как ты хочешь выглядеть. А, ну просто нет, я просто понимала, что вот много лишнего, например, есть. Я хотела бы избавиться, потому что я понимаю, что меня это как бы тяготит. Не, даже просто не во внешнем плане, а вот в моральном. Потому что когда это все как-то вот оно ушло, лишние килограммы, и морально легче стало. Я стала более активна, и, соответственно, больше, знаешь, сил появляется. И ты хочешь и это, и то, и то. И в работе это тоже очень сильно повлияло. То есть я прямо поняла, что вот я когда... проработала себя, поработала над собой, у меня появилась больше энергии, и, соответственно, я лучше и качественнее стала делать какие-то моменты, которые раньше, может быть, я... Ну, вы поняли. Слушай, ну, а вот сейчас? Вот сейчас ты чувствуешь, что ты пришла к конечному результату? Но уже ведь не до объемов. Нет, не до объемов, не к конечному результату. Просто я поняла, что для меня сейчас это уже образ жизни. Мне просто нравится там просыпаться рано, заниматься спортом, улучшать там свое качество тела. Пилатес. Почему? Потому что очень круто влияет именно на здоровье. Угу. То есть сначала ты там убиваешь здоровье в молодости, а сейчас уже по-другому. Вот я уже к флебологу думаю, надо записаться. Кстати, да. Не рассказывала вам, но хочу записаться к флебологу, потому что есть какие-то сосуды, угу. Они меня беспокоят. А у меня, знаешь, что есть? Ну, раз уж мы тут откровенничаем, вот эти вот паутинки, да, они называются? Ну, да. Их возможно убрать, да, по-моему? По-моему, лазером, да. Это, наверное, больно. Не знаю. Нет, просто у меня, мне кажется, я много летаю, угу. Плюс у меня, в принципе, они как-то рано появились. И поэтому я думаю, что надо сходить провериться. Mm-hmm. Просто чтобы быть, ну, чтобы держать под контролем. Потому что здоровье у нас одно, это самое-самое главное. Помните, пожалуйста, об этом, друзья. И не забывайте делать чекапы. Слушай, еще знаешь, что хотела тебя спросить? Вот ты, когда начинала, у тебя акцент был на спортзале, ты начинала сама, или у тебя был тренер? Считала ты калории? Калории? Калории считала? Когда я начала худеть, я не считала калории, я взвешивала порции. То есть я, например, начала взвешивать просто порции, mm-hmm. и взвешивать, сколько там я белка ем и сколько углеводов. Убрала там сладкое, алкоголь, естественно, но калории прям не считала. Потом у меня был опыт, когда я считала калории. Mm-hmm. Месяц я так продержалась, поняла, что это вообще не мое, потому что это невозможно. Ты постоянно думаешь о еде, ты постоянно думаешь... То есть ты ешь завтрак и уже думаешь, что ты будешь есть на обед и на ужин. Mm-hmm. И когда у тебя... много свободного, возможно, времени, или это смысл твоей жизни. Ну, как бы я не хочу никого обидеть, но просто если у вас есть на это время, то это окей. Но я поняла, что если я буду все время думать о еде, мне это просто сведет с ума. И я понимала, что меня это сводит с ума, и то есть у меня были какие-то срывы из-за того, что ты постоянно в этом, в ограничениях. Вот, поэтому я поняла, что это не мой формат, и отпустила это. Блин, подсчёт калорий на самом деле такая... Ну, это нужно быть прям здоровой... со здоровой психикой, да. И здоровым отношением к еде, угу. Потому что у меня вот нездоровая история, и подсчёт калорий — это всегда было, ну, возврат это какому-то стресс. РПП, да, и я такая, блин, ну сколько реально я съела, 700, нет, я лучше не буду кусать эту печеньку, там уже там, ну, то есть это вообще уже нездоровая история. Да, только если у вас здоровая, устойчивая психика, тогда, конечно, этот вариант возможен, мне кажется. Ну, мы все разные, все индивидуально, но вот мне не подходит. Ну нет, на самом деле много же кто сидит и нормально и считает, кому-то для спорта, кому-то для здоровья, но, блин, тут реально. Жить так, мне кажется, в долгу, ну вот всю жизнь, представляешь, ты вот всю жизнь, считаешь, если считаешь калории, мне кажется, что как-то надо это... Расслабляться иногда. Но... Угу. И так стресса достаточно. Да. Так, ну и что, и ты была... Вот это... А, в спортзале. В спортзале я сначала занималась сама, потом у меня был опыт с тренером, а потом я все равно начала заниматься сама, потому что... Мне нравится вот тот вариант круговых функциональных тренировок, mm-hmm. а тренера мало такое, как бы, где исповедуются. Mm-hmm. Ну, больше, типа, иди вот на тренажеры встань, иди веса возьми. А я, когда занималась тренером и с весами, у меня руки, знаешь, разбарабанивались. Mm-hmm. Ноги. А я такое не люблю. Я люблю стройной, рельефной и подтянутой. Мне не нужны мышцы объёмы. Мне, как бы, себя не представляю, как ты жим там делаешь. Мне кажется, ты вот не, ты не про вот это, а больше про со своим весом тренировки. Но, с другой стороны, тренер мотивирует. Он тебя не жалеет, ты вот себя жалеешь? Нет, я себя не жалею.
Я сама себя мотивирую. Давай еще один подход. Ну, то есть, нет, я всегда выполняю всю тренировку от и до. Да. Я себя как бы это не... Ну, бегаю каждый день, если, ну, как бы, если я вот приезжаю, например, в отпуск, я себе говорю, вот я буду бегать не потому, что я себе там злой тренер с плеткой, а потому что я кайфую, я понимаю, у меня там в отпуске всего 10 дней, и я хочу по максимуму эти 10 дней захватить, а утренняя пробежка — это еще один способ впитать в себя тот же отпуск. Но что касается тренировок, то я себе, в принципе, ну, как бы, нет такого, что, ой, сделаю половину, все, больше не могу. Но я вот неусидчивый человек, поэтому я люблю бегать на улице, потому что я не могу встать на беговую дорожку и бежать 60 там, минут, ну ладно, там 30, просто на одном месте. У меня начинается стресс, я такая, пожалуйста, давайте уже закончим. Да, я тоже люблю бегать на улице, поэтому мы очень ждем, когда у нас уже начнется теплая погода. Ну, хотя бы приблизительно теплая, чтобы можно было бегать. Я так люблю бегать. Я уже тут смотрела новую одежду для бега. Потом понимаю, что у меня, ладно, много одежды для бега. Просто хотя бы погоду давайте уже нормальную. Ну, хочется. Я хочу в следующем сезоне, кстати, зимой попробовать. Купить всю экипировку, нормальные кроссовки. Друзья, кто бегает зимой, пожалуйста, напишите в комментариях, какая экипировка для этого нужна, потому что это, конечно, круто. И с брендами, пожалуйста, сразу. Которые есть в России. Да-да-да-да-да, чтобы можно было сразу на закупку. Ну, в общем, да. Мы с тобой наболтали на 8,5 минут. Вот это отлично. Нам пора готовиться к стриму. Ну, давайте. Пока. Продолжая тему с этой тушью, я очень рекомендую вам ее попробовать, если вы еще не пробовали, потому что ей очень удобно прокрашивать. Какой сразу красивый и более выразительный взгляд у нас получился. Что-то пишут, может быть, про тушь телескопик? Про тушь нет, пишут. Золотое яблоко для меня, как психолог. Покупаю косметику, и камень с души падает. Купил что-то, сразу лучше стало. Ну, то же самое. Я к психологу не хожу, зато в золотом яблоке каждый день что-нибудь, мне кажется, заказываю. После стрима мы расслабляемся и отдыхаем вот так. С этим сладким бубликом. Моя булочка, моя самая сладкая булочка. С возрастом становится только нежнее. Интересно, почему? Но он стал спать каждый день со мной и всегда приходит ко мне. Да ты моя сладость, да ты моя радость. Сладкий мальчик. Друзья, мы с вами переместились в продуктовый магазин. И после работы я сегодня решила сходить за продуктами, потому что у нас все закончилось. Единоразово, точнее, одномоментно. Передаю камеру и хочу вам показать, что я уже взяла. Так, здесь у нас шпинат, помидорки и голубика. Время выбрать авокадо. Я стараюсь всегда проверять, чтобы они были мягкие, потому что бывает, когда заказываешь доставки, привозят очень жесткие, их невозможно даже разрезать. Вот, но это что-то все не очень мягкое. Так. Эти вроде ничего. Нет, тоже очень жестко. Не берем. Вот. Ну, тоже жесткие. Никита, слушай, проблема с авокадо. Все жесткое. А нам нужен? А нам нужен мягкий. Попробуй. Вот. Нет, жестковато. Слушай, ну ладно, давай возьмем одну какую-нибудь штучку. Потом я съезжу в метро и там куплю. Там получше выбор. Нет, жестковато. Одно. Мягкое авокадо найдено. Мне кажется, что самый смак лежит внутри. От нас его скрывают. Оп! Смотри. Ну, реально, здесь получше выбор. Берем такую на грани. То есть есть надо быстро. Окей? Так, а куда надо взвешивать? Ладно, сейчас разберемся, друзья. Так. Ну что, у нас тут появилась еще индейка. Буду завтра делать кокосовым молоком. Спагетти. Паста, точнее, вот такая вот. Пенне. Хурму взвесили в итоге. Яйца. Ну и здесь мы с вами все уже видели. Шпинат стараюсь есть каждый день на завтрак. Очень его люблю. Я так к фильму. Пакет. Голубика. Да. И одно авокадо грустное. Hello, мои дорогие! Итак,
У нас сегодня с вами будет небольшой анпакинг. Я вчера забежала в магазин, забрала свой заказ из Present Simple. В общем, у меня в последнее время, знаете, такие покупки спонтанные, но очень удачные. В общем, я помню, что я сидела утром, пила чашку кофе, листала ленту Инстаграма и увидела, что у Present Simple распродажа. Думаю, дай зайду. Буквально за пару дней до этого я им делала обзор и взяла себе несколько изделий, которые мне очень понравились, но все равно решила еще раз зайти на сайт. Думаю, может быть, что-то есть то, чего я не увидела в магазине. И в итоге я нашла очень классную пару обуви в стиле The Row. И мне кажется, что очень приятно, во-первых, а во-вторых, выгодно покупать зимнюю обувь уже под конец сезона, но зато в следующем году у вас не будет болеть голова о том, что носить. Плюс я взяла эту пару обуви со скидкой 50%. Короче, я супер довольна. Я, естественно, вчера ее уже распаковала для того, чтобы примерить, понять, подошел ли мне размер. Естественно, все подошло. Итак, в общем, давайте распакуем. У нас у Present Simple вот такие пыльнички идут. Все очень хорошо упаковано. И у нас сегодня минус 20, собственно, не особо что меняется на Урале. Поэтому я думаю, что если все окей, я сейчас подберу лук и одену их сегодня. У нас сегодня суббота, я хочу поснимать YouTube, а после встретиться с подругой на бранч. Вот, посмотрите, какие они классные, замшевые, с таким вытянутым носочком. Здесь у нас молния, внутри натуральный мех, достаточно высокая подошва, и плюс, что важно, она вот здесь прорезиненная. Мне кажется, это супер актуально. Живя в странах, где очень много снега и много слякоти. Вот, мы сейчас с вами все примерим. Я еще купила вот такие джинсы, тоже на сейле. Вы знаете, я просто забрала с собой, когда делала обзор в Present Simple, две пары джинс, потому что они очень классные по качеству, именно в плане джинсы. Она такая плотная, держит форму, цвета очень такие вот правильные. И решила взять эти джинсы. Они, по-моему, тоже со скидкой 50% были. Вот с такими прорезями на коленях. Я подумала, что на весну с кедами, с кожанкой. Такой, знаете, расслабленный вайб. Дальше. Я взяла боди. Не уверена, что мы с вами его сегодня примерим, потому что оно достаточно сложное по форме. В общем, как я его примерю, я обязательно вам где-нибудь покажу. Либо в других социальных сетях. Поэтому подписывайтесь там тоже. И я взяла трикотажное платье, оно стоило 24 990, я его взяла за 9 990 рублей. Трикотаж у этого бренда мне тоже очень нравится. Вот, оно такое достаточно длинное. Кстати, можешь сегодня его надеть. С глубоким вырезом и с таким переплетением в зоне декольте. В общем, давайте все примерим. Так, ну что, джинсы я одела. Выглядят они примерно так, у них средняя посадка, даже я бы сказала, что, наверное, больше она низкая. Они прямые такие трубы, тут рядом Уилсон распаковывает мои сапоги, булочка, помогайкин. Длина у них достаточно длинная, ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Хорошая длина, с кедами, даже с какими-то сандалями, тапками, мне кажется, будет здорово. Такие достаточно расслабленные, джинса, повторюсь, приятная. Размер на мне, если что, XS. Платье мы надели. Оно очень по фигуре. Также на мне, если что, размер XS. Здесь удлиненные рукава, такие немножко расширенные. Я это очень люблю, как-то добавляет такой, знаете, комфортности образу. Посадка, мне кажется, очень женственная, очень красивая. Сейчас покажу в зеркало. Я там на фоне робот-пылесос, если что, работает вовсю. Вот, там у меня бардак. Ну, как-то так. Пишите в комментариях, как вам, мне кажется, очень красиво. Так, ну и примерила сапоги. В общем, мне кажется, что они просто идеальные, друзья. Очень красивые. Там, кстати, есть на сайте, я видела еще кофейные, по-моему, и молочные. Вышли они где-то около 16 тысяч рублей. Мне кажется, это вообще супер-супер цена. Hello от меня и моей красивой подружки. Привет, меня зовут Елена. Мы сегодня пьем кофе с корицей. Не только по четвергам, как говорится, но и каждый день. Я учу Елену и говорю, чувствуешь запах денег? Лена учит меня быть богатой. И вас научит. Еще раз. Давай, я так вот это пью и потом скажу. Чуешь? По-моему, на каждые 10 тысяч пришло. Какой у нас красивый хумус. Мой любимый салат обновили. Здесь теперь строчителла. У Елены тоже строчителла, да? Супер! Это гастроли, если что. Hello, мои дорогие друзья!
Так, ну что, новый день. Посмотрите, какое у нас невероятное солнце. Вы знаете, мне даже в директ пишут люди, которые живут либо в других странах, где-то в Европе, либо даже просто в Москве, в Питере, и спрашивают: Лена, у вас почему столько солнца? Я не знаю, у нас Екатеринбург, правда, в принципе, Урал, мне кажется, радует нас. Не только в этом году, но и в принципе солнечными такими днями. Конечно, у нас очень холодно, поэтому все по классике. Мороз и солнце. В общем, я сейчас еду на маникюр. У меня, кто смотрит меня давно, кто знает меня, сейчас я буду. Те знают, что я очень люблю короткие ногти. На меня нет ничего прекраснее, просто там мягкого квадрата в плане формы и короткой длины. Но я не знаю, что происходит. Может, то, что весна у нас скоро начинается. Я решила поэкспериментировать. Меня, знаете, так реально кидает из стороны в сторону в этом плане. Хочу отрастить немножко длину, попробовать. Вот, точнее, я уже, в принципе, пробую. Я вам показывала и продолжаю это делать. Вот. В плане цвета, думаю, так как мне много всего нужно снимать, наверное, универсально будет сделать снова нюд. Плюс я сегодня немножко опаздываю, предупредила Ксюшу свою об этом. И она сказала: ну, если просто нюд, то успеем. Поэтому выбора у меня сегодня нет. А так соскучилась по каким-нибудь, если честно, ярким, черным, красным. Ну, в плане маникюра у меня, на самом деле, палитра очень маленькая. Я делаю либо красный, либо винный, если это, например, осень. Либо черный, либо нюд. Что-то другое мне уже некомфортно. Итак, что у нас сегодня по плану? Мне сегодня по плану выложить видео на канал. Вчера, я вам говорила, я снимала новое видео. Вот, и как здорово, что вчера перед тем, как снимать, я зашла в отметки Инстаграма, и там пришел отзыв от девушки на мой канал, что ей очень нравится смотреть мои видео, что она пересматривает, что она смотрит меня очень давно. И это, конечно, супер-супер приятная мотивация. Я села в кадр с таким хорошим настроением и сняла, потому что, конечно же, обратная связь, она всегда очень важна. И комментарии с поддержкой я, конечно же, просто особенно ценю, они всегда у меня в сердечке. Вот, ну все, я приехала. И побежали. А это не странно, что, смотри, мы с тобой только что снимали меня без дубленки, а сейчас это кабам и дубленку надела. Ну, ты же показываешь кадры. Нет, я имею в виду, что... Имеешь, что ты имеешь? Предыдущие образы, типа джинсовая рубашка, свитер, а сейчас лонг, и такая, давай с тобой дубленку. Да нет, почему? Нормально, всякие варианты, конечно. Ну, ладно. Мы снимаем ролик в Инстаграм. У нас много вдохновения, много новых идей. Поэтому подписывайтесь на другие социальные сети, чтобы ничего не пропускать. Вот сегодня у нас рубрика «Одни джинсы, пять разных верхов». И с нами наш вездесущий Уилсон. Да, видите, у нас память стоит. Все перед кадром мы, конечно же, холодим. В общем, как я говорила, мы снимаем сейчас видео, и я потратила, вот посмотрите, сколько бумаги, чтобы почистить пальто. От шерсти какой-то. Вот, и в итоге. Ба-бам! Приветики! Не мешаем, нет? Ну и все заново, ты понимаешь? Улсан! В общем, вот. Сейчас будем заново чистить. Итак, ну что, видео отснято. Мы еще отсняли одну интеграцию. Продуктивный сегодня рабочий день из дома. И показываю вам сегодняшний наш обед. Здесь у нас свежие овощи, клетчатка, не забываем. Арина принесла контейнер с собой. У меня тоже был контейнер с собой, но так как мы немножко задержались по работе дома, мы решили пообедать дома. И, в общем, все это выглядит так. Такие мы ппшники! Шутка. На самом деле, просто, ну, как-то мне кажется, это удобно. И вкусно. Да? Домашняя еда топ. Да. Короче, мы пообедали, и теперь отправляемся на обзор. Обычно все фэшн-инфлюенсеры ездят на обзор с чемоданами, на машинах. Но нам сегодня повезло, у нас обзор в соседнем доме, поэтому парковаться в центре не вариант. Мы решили дойти от дома пешком. Вот. А еще
Вы знаете, несмотря на то, что сколько вот у нас показывает? Минус 10, 17. Мне кажется. 17? Ну, минус 17. Ну, утром было. Не по ощущениям. Да. Сейчас, по ощущениям, мне кажется, он градусов минус 5. И такой, наконец-таки, теплый ветер начался. Вот этот вот весенний. Весенний ветер. Скоро, что там, скоро ла-ла? Ла-ла-ла весна. Ага. Люби меня, люби. Короче, погода кайф. А? Екатеринбург, любимый город. Так, нам зеленый сюда. Так, а мы пройдем? Я в кроссовках, наконец-то. Я уже устала уходить в угах, если честно. Спасибо. Я в угах. Ну, тут нам просто недолго идти. Поэтому я надела кроссовочки. Так бы я бы одела... Снегоходы. Да. Мунбутсы. Ну все, сейчас покажем вам, какой бренд мы сегодня будем обозревать. Завершаю этот вечер в массажном кабинете. Смотрите, какой красивый потолок здесь. В общем, я в Екатеринбурге нашла очень хорошее место с прекрасным мастером. Все разные. На Ленина 8 зовут Марина. Это просто золото. Это, вы знаете, тот случай, когда именно работают с телом и чувствуют идеально. Вот. Ну все. Чай в руки и бегом домой. Очень красивое и стильное место. Так что имейте в виду, если вы тоже из Екатеринбурга. Чукс.